Антипов, Берников. Вот момент, бросок, гол! Это Геннадий Столяров открывает свой голевой счет в этом сезоне. Первая шайба Геннадия в этом чемпионате и первый гол в этом матче «Северстали». Реализовано численное преимущество 1-0. Хоккеисты, не попавшие в заявку у «Северстали», сейчас тоже приветствуют этот успех Геннадия Столярова. Зачем-то втроем хоккеисты ЦСКА выкатились далеко вперед с синей линии, оставили Столярова фактически на убойной позиции и кистевым броском в угол ворот мимо Стани посылает шайбу 71 номер «Северстали». Вскакивают со своих мест болельщики, которые практически полностью заполнили уже трибуны. Сейчас в Ледовом дворце 1-0 впереди «Северсталь» на...